снимаешь? Да. Да. Здравствуйте. Меня зовут Володя, я являюсь вокалистом группы High Coffee Get. И сейчас мы находимся на мероприятии, которое называется Pop-Punk VS Post-Hardcore. Это клуб BU, это Нижний Новгород, это стайл, это микс, это все заебись. И сейчас мы возьмем интервью у первого человека, первого, который побывал на нашем концерте. Давайте подумаем, что он скажет. Я думаю, все понятно без слов. Это было очень круто. А вот это, вот этот человек, я не знаю кто, но давай. Да, я тоже не знаю кто, я не помню уже. Просто шел шестой день Пскова, я ничего не понимаю. Ну, скажи нам, как тебе концерт? Тащим-то неплохо. Ну, вы понимаете, такие ребята просто не могут много говорить, как я, например. И давайте пройдемся чуть дальше. Углубимся, так сказать, в кулуары. Вот. Привет. Как говорят, умственно отсталым надо говорить медленно. Привет. Как тебе концерт? Салат. Салат заебись. Ваше здоровье, ребята. Ходор. Где? Спасибо. Вот, ребят, дадите, скажите пару слов нам. Мы только пришли, ну давай. А, ну да. Как вам концерт? Все заебись. Ну, мы только пришли. Вы понимаете, настолько суровые ребята здесь выступают, что они просто заломали двери, засунули туда железки, и поэтому люди просто не могут войти. Вот из Челябинска он специально прилетел ради этого. Пойдем дальше. Иди за мной. О, привет. Привет. А скажи мне, как тебе концерт? Охуенно. Охуенно, да? Более чем. Тебе все понравилось? Да. Из пост-хардкора точно все. Вот, из пост-хардкора точно все говорит человек, но еще не все команды выступили. Все пост-хардкор. И не все пост-хардкор, вот я тоже слышу. Все поп-панк. Хуйня какая-то, честно слово, сегодня. Так, пойдем дальше. Пойдем. А ты можешь писать, слушай. Я конечно. А что тебе написать? А? Что тебе написать? Что угодно.